Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона, Фиат Маруш Футболист, и сегодня мы откроем набор с кумиром, ребят. Я практически заделал задание сезона, забирая Трауре, надеюсь пробиться в Экенд-лигу и, соответственно, победить там всех. Лайк, подписка, колокольчик, любите футбол, играйте в FC 25. Ну а если вам нужны монетки, и уже сегодня вы хотите купить себе любимого кумира, которого не смогли поймать в паке, базового кумира, то следующий короткий ролик для вас. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста или топового кумира, то сайт Автофут для вас. Ребята работают на рынке продажи монет уже более 7 лет, более 100 тысяч выполненных заказов. Также на сайте вы можете купить подписку ФК-25 или любую другую топовую игру. И не забывайте про кэшбэк 5% в случае покупки монет. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! А перед тем, как мы откроем улучшение базового кумира, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас появилось испытание «Тотальный Rush 3», и это обязательно к выполнению, так как здесь дается набор редких игроков. Он не продаваемый, ребят. Обратите внимание, что чтобы выполнить эту сборку, вам нужно просто на каждую позицию взять игроков одной страны, да, из одной лиги максимум 5. Можно, конечно, лигами покрутить там как-то, но самый простой вариант — это взять англичан, французов, бразильцев, коих полно, там, не знаю, испанцев, англичан сейчас тоже, кстати, не так много, но хватает. Соответственно, я выбрал испанцев и набор, соответственно, открою. Идем дальше. Кумир, ребят, нужен состав с рейтингом 85 и одним игроком команды недели, и 2 с рейтингом 86. У меня точно игроков хватает, конечно, это конкретно почистит мой, соответственно, клуб, да, но что делать, не открыть кумира невозможно, купить кумира сейчас тоже возможно, да, какого-нибудь за 100-200 тысяч, но покупать не хочется, хочется кого-то собрать, и вот этот именно сам факт кого-то словить. Очень надеюсь на какого-то топчика, ребят. Не забывайте, да, что всегда надо проверять СБЧшки. То есть закинули состав, собрали общий рейтинг, у вас есть. Попробуйте, поменяйте еще 84 там, на 85, 85 на 86 и так далее по аналогии. Отдаю всех игроков практически. Понятно, что какие-то игроки здесь у меня даже и в составе в основе играли. Например, Робертсон, да, ну, какого-то другого заменю. Поставлю влево в защиту какого-то другого игрока. А может быть, выпадет как раз лютый защитник, и я смогу кумира туда придержать. Честно, ребят, такого прям, что кого сильно хочется, нет, потому что это все-таки рейтинг 87, не такой топовый, ну и не хочется сильный швак. Итак, состав с рейтингом 85, ребят, последнее, что необходимо здесь сделать в данной сборке. Здесь нужен, да, игрок команды недели. У меня такая девушка есть, англичанка из Барселоны, отдаю спокойно. Улучшение базового кумира максимум 87. Ребят, обязательно в комментариях пишите, кто выпал вам, кого вы поймали. И давайте открывать, давайте посмотрим. Был уже, да, пик с героем, посмотрите у меня на канале. Там, к сожалению, мне топовый выпал, просто топовый игрок. Не буду говорить, кто. Понятно, что это в кавычках. Очень надеюсь здесь. Итак, кумир. Центральный полузащитник. Ирландия, ребят, ну а кто еще мог не выпасть? Кто мог еще выпасть на канале Эрика Кантаны, ребят? Ну это уже понятно, кто это. Это Рой Кин. Непревзойденный, феноменальный игрок. Манчестер Юнайтед. Капитан-капитанище. Какой бы он ни был там дерзкий, какой бы он ни был, может быть, даже где-то токсичный. Как он бился за команду. Он вступался за любого. Какие, помните, противостояния были с Патриком Виера. Ребят, конечно, я под него сделаю состав. Понятно, что он недорогой, он дешевый и не мощный. Но это Рой Кин, ребят. Ну, Рой Кин, точно я им поиграю. Жаль, что у него только одна позиция ЦП. Я бы его на цопника неплохо бы поставил. Кстати, была какой-то сезон, не помню, FIFA 22 или 23, где он у меня на цопника долго играл. Ребят, красавчик, всегда его любил. Помню его гол Ювентусу, жалко пропустил финал. Вот в полуфинале, да, с Ювентусом здесь как раз это отмечается. Как он играл, как он бился за команду, ребят, это настоящий капитан. И кто бы что ни говорил там за пределами футбольного поля, на футболе это просто была такая, знаете, злая собака, в хорошем смысле этого слова. Ребят, лайк, подписка, колокольчик, любите футбол,
Любите Манчестер Юнайтед, болейте за него. Сейчас, конечно, это уже не то, что раньше. Эпоха прошла, к сожалению, но многие команды это проходят. Ничего здесь не делаешь. У него выверенный пас, между прочим. Вообще тут ему бы добавили какой-нибудь злости бы, агрессии, мне кажется. Вот это бы ему подошло. Ну все, ребят, лайк, подписка. Любите футбол, хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились. Всем пока.